Помогите мне, моя жена рожает. Где она должна быть? Бетти, от ребенка? Не волнуйтесь, она как раз в том кабинете. Слава богу, я не опоздал. Ох, дорогая, как ты? Я уже рожаю, дорогой. Не говорите так много, продолжайте дышать. Детка, ты там? Ребенок продвигается. Это займет еще несколько минут. Успокойтесь. Не говорите мне, что я должна успокоиться. Это невозможно. О, ребенок уже здесь. Это быстрое рождение. Это было так быстро? Ребенок здоров? С ребенком все в порядке? Вау, я никогда не видела такого красивого ребенка. Это наше маленькое чудо, Изабелла. Изабелла, у меня есть для тебя маленький котенок. Моя малышка, я так люблю тебя. Этот ребенок великолепен. За 20 лет моей работы никогда не видела такого красивого ребенка. Я должна обязательно сообщить об этом моим коллегам. Она действительно красивая. Такая же красивая, как мама. Разве можно быть такой милой? Мы так гордимся тобой, малышка Изабелла. Привет, меня зовут Изабелла, и это моя история. Когда я родилась, все люди в больнице были без ума от меня. Когда мою маму выписали, и мы вышли на улицу, нас просто осыпали комплиментами. Ой, как сладко она пьет. Глотай осторожно. Теперь ты должна срыгнуть. Ой, какой красивый ребенок. Ох, эта отрыжка была такой хорошей. И я тоже беременна. И надеюсь, мой ребенок будет таким же шикарным. Ай, извините, не хочу показаться настойчивой. Ваш ребенок такой красивый. Вы не думали, что он может стать моделью? Ах, пока нет. Ей всего один день. Мы еще не думали, кем она будет работать. Я считаю, это не наше право. Она сама решит, какой будет ее профессия. Если бы я увидела наряд на такой красивой девушке, я бы сразу купила все вещи. Согласна, остановите это мгновение. Не могу налюбоваться этой красотой. Если этот ребенок станет моделью, ее ждет знаменитое будущее. Подумайте об этом. Хорошо, спасибо. Мы будем иметь в виду. А можно подержать девочку? Какое крохотное прекрасное создание! Извините, но это новорожденный ребенок. Мы не дадим держать посторонним людям. Ах, да, я понимаю. Если честно, я собиралась его украсть. Ой, ага! Конечно же, шучу. Не очень веселая шутка. Согласен. Большое спасибо за комплименты. Хорошего дня. Пойдем, дорогая. О, это было странно. Люди сходят с ума, когда видят нашу дочь. Мне тоже было немного страшно. Кого я могу убить для вас? То есть, кого я могу что приготовить для вас? Я хотел бы рыбные палочки. А мне салат из кальмаров. Риво для вас. И один кот. О, я имею в виду кальмары для вас. Дорогая, может быть, дома поедим? Наша маленькая Изабелла совсем не ест. Что ты хочешь, дорогая? Она смотрит на рыбу. Ты хочешь рыбку? Можно лучшую рыбу для моего ребенка? Этот ребенок такой красивый, я хочу его приготовить. О, то есть, самая лучшая вкусная рыба для вас. Хорошая рыба. Я тоже поем. И я съем свой салат. Надеюсь, что не кошку, но это вкусно. Можно счет, пожалуйста? Этот ребенок бесподобный. Мне так понравилось смотреть, как малышка кушала, и я испытала большое удовольствие и готова заплатить за это. Можно я позабочусь о счете? Что? Вы хотите оплатить на счет? Почему так? Потому что ваш ребенок такой красивый. Я готова оплатить, если вы позволите. Очень мило с вашей стороны. Большое спасибо. Пойдем, моя любовь. Я возьму соску, а ты возьми бутылочку. До свидания. Это было действительно приятно. О, опять та дама, с которой мы общались. Извините еще раз. Вы ушли так быстро, я не успела представиться. Меня зовут Жасмин. Я кастинг-директор Toca Model. Хотела бы заключить договор с вашим ребенком.
Договор? Что? Ну, она еще кроха. Как вы хотите заключить контракт с ребенком? Я обещаю, если вы доверите мне своего ребенка, мы заработаем миллионы. Миллионы? У нас никогда не было столько денег. Что она будет делать? Облетит весь мир. У нее появится много фанатов, и она станет всемирно известной. Все будут знать ее имя. Многие о таком лишь мечтают. Спасибо, но нет, пока что мы не хотим отдавать ее в модельный бизнес. Это здорово, вы очень дружелюбны, но нет, спасибо. Конечно, я понимаю, вы желаете ребенку лучшее будущее, но я уверена, именно модельный бизнес делает ее счастливой. Не обязательно сразу регистрироваться, можете подумать. Вот моя визитка, звоните, если решите, или напишите мне письмо, но обещайте хотя бы подумать. Хорошо, мы об этом подумаем. До встречи, будущая звезда. Я не ожидала, что Изабелла станет такой популярной. И всего один день, и в этот день модельное агентство хочет нанять ее. Мы уже дома, дорогая Изабелла. Почтальон здесь. Здравствуйте. О, привет. Вы вернулись со своим красивым ребенком. Ох, что за великолепное создание. Если бы ты была моей дочкой... Она такая великолепная. Хочу, чтобы моя будущая жена родила такую же королеву красоты. Вы можете гордиться такой милой дочкой. Спасибо большое. Очень тронута. Приятные комплименты. Дорогая, уже поздно. Давай пойдем. До свидания. Все просто без ума от Изабеллы. Ложись в постель, солнышко наше. И поставим рядышком котенка. Спи спокойно, моя дорогая. Пусть тебе приснятся сладкие сны. Время прилетело, и мне уже 3 годика. Ах, ура! Новый день, новый день! Уже сегодня я впервые пойду в детский садик. Котя, я так счастлива, мне нужно почистить зубы. Я с нетерпением жду, когда пойду в детский сад. Вот моя зубная щетка. Чистим зубки. Я очень взволнована. Меня ждут новые друзья. И я смогу поиграть с ними. Пойду к маме и папе. Доброе утро, мама, папа. Доброе утро, Изабелла. Что у нас сегодня на завтрак? Твоя любимая еда. Обожаю рыбу. Это так вкусно! Я поела! Теперь пойдем в детский сад! О, мой малыш, уже сегодня? Я буду так скучать по тебе! Мам, помоги мне собраться! Я тоже уже скучаю, любовь моя! Но это же всего на пару часов! Я вернусь домой! Я отведу тебя в детский сад, если ты этого хочешь! Но мы делаем это с тяжелым сердцем! Пока, пап! Не плачь! Я скоро приду! Будь осторожна, если дети отнесутся к тебе плохо, скажи нам, мы немедленно тебя заберем оттуда, и больше тебе никогда не придется ходить в то место. Мам, помоги мне собраться. Мне так грустно, что мое маленькое сокровище уже такое большое. Пап, пока! Я буду ждать, когда они вернутся из детского сада. Вот твое голубенькое платьице и заколочки. Готово. Пойдем, пойдем, пойдем! В этот детский сад мы тебя записали. Так много детей! Ребята, привет! Меня зовут Изабелла, я новенькая. Вау, у тебя такой красивый цвет волос! Спасибо, мне очень приятно. У тебя тоже. Я никогда не видела таких милых людей. Мы можем быть друзьями. Нет, тебе лучше дружить со мной. Не спорьте, мы можем дружить все вместе. Изабелла, нам нужно подойти к воспитательнице. Простите, мы можем позже продолжить играть. Какая красивая! Я просто влюбился! Божественная! Милашка! Добро пожаловать в наш детский сад. Кто ты, неземное создание? Мое имя Изабелла, и с сегодняшнего дня я буду ходить в ваш детский сад. Я так счастлива, что такая очаровательная девочка выбрала именно наш детский сад. Изабелла, ты ничего не забыла? Нет,
Пока, мама. Я должна идти, иначе начну плакать. Ну вот. Сейчас я познакомлю тебя с другими детьми. Ребята, все собираемся. Внимание, у нас новенькая в группе. Ее зовут Изабелла. Вау, Изабелла, ты можешь быть моей девушкой? Нет, пожалуйста, будь моей. Вообще-то она будет моей девушкой. Я хочу с тобой встречаться. Нет, пожалуйста, выбери меня. Я буду дарить много подарков. Давай будем лучшими подружками. Конечно, мы все можем дружить. Это не проблема. Я была так счастлива в этом садике. Все были так добры ко мне и хотели дружить со мной. Иногда дети спорили, кто будет со мной играть впервые. Но однажды появился новенький. Воспитательница, можно мне помочь вам накрыть на стол? Ох, Изабелла, ты так хорошо воспитана, но тебе не нужно это делать. Как насчет того, чтобы поиграть с ребятами снаружи? У нас появился новенький в группе. Новенький мальчик? Я не видела. Да, немного стесняется. Он на детской площадке. Тогда я поприветствую его. Он, наверное, играет со всеми остальными детьми. Кошмар, уродливый! Чучело! Воняет. Эй, что за голоса? Кто говорит так подло? У него игрушка для девочек. Смотрите на него, какой отвратительный ребенок. Некрасивый и прыщавый. Его игрушка такая же уродливая. У него на лице собачьи какашки. Или наоборот, это его какашки. Нет, это не так. У меня прыщи, что мне делать? Я дам тебе хороший совет, блондиночка. Вернись туда, откуда пришла. Мои родители только что переехали сюда. Мы не можем уехать снова. Что происходит там? Я не понимаю ни слова, но я собираюсь выйти и посмотреть, что там, потому что это ненормально. В чем дело, ребята? Если ты не уйдешь добровольно, то я прогоню тебя вот этой палкой. О нет, он хочет его ударить. Эй, прекрати! Изабелла, что ты здесь делаешь? Я все видела. Ты хотел ударить новенького мальчика палкой. А если бы ты был новеньким, тебе бы было приятно? О, конечно нет, прости, Изабелла. Почему ты извиняешься передо мной? Извинись перед ним. Да, ты права, Изабелла. Мы все были слишком злыми. Извини нас. Да, извини. Пожалуйста, прости. Да, Изабелла, нам очень стыдно. Обещаем, что больше никогда не будем обижать его. Надеюсь, вам правда стыдно, и это не повторится. Эй, привет, как тебя зовут? Спасибо тебе за помощь, меня зовут Эмиль. Мне очень жаль, Эмиль, что ребята так с тобой поступили. Давай зайдем внутрь, нас скоро будут кормить. Да, действительно, лучше зайти. За меня еще никто никогда не заступался. Правда, спасибо. У тебя красивая игрушка. А, да, это моя собачка, которую мне подарила мама. Ее зовут Кики. О, это так мило. А у меня есть котик. Его зовут Том. Моя игрушка издает звуки. И моя тоже. Этот звук похож на поросенка. Коты не умеют хрюкать. Это мурчание. Обед приготовлен. Желаю всем приятного аппетита. Ешьте все. Я пока что приберусь. Большое спасибо, миссис Хезер. Выглядит, как всегда, аппетитно. Такие милые дети. Ой, Эмиль, я забыла своего котика. Он должен быть со мной за столом. Давай я быстро принесу твою плюшевую игрушку. Не стоит, я сама схожу. Но не начинай есть без меня. Изабелла сидит на розовом стуле. Эй, Эмиль, уходи. Теперь это мое место. Я сижу здесь. Но я первый занял его, и моя еда тоже здесь. Я не хочу меняться. Заткнись, Эмиль, и уходи. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я вернулась. Эмиль, а почему ты со мной больше не сидишь? Эмиль любезно предложил поменяться местами, чтобы сидеть рядом с ананасом. Это правда, Эмиль? Правда ведь? Ну, да, правда. Я надеюсь, Изабелла, это для тебя не проблема, что я рядом с тобой буду сидеть. Конечно нет, мы можем поесть вместе и поиграем потом вместе, если хочешь. О да, я бы хотел с тобой поиграть. И с Эмилем. Эмиль,
что ты все время с мягкой игрушкой? Она для тупых и мелких детей. Вообще-то мама мне ее подарила. У меня ее больше нет. А я не голоден, пойду немного посплю. У меня тоже есть плюшевая игрушка. Ты сейчас называешь меня тупым ребенком? Почему ты всегда такой злой? А, это не так, твоя игрушка милая. Прибереги свои оправдания. Мы никогда не будем друзьями, потому что я не могу дружить с таким грубияном, как ты. Глупый Эмиль. Из-за него Изабелла больше не хочет со мной дружить. Он пожалеет об этом. Все дети считают меня красивой и очень милой, но для других они такие злые. Ах, бедный Эмиль. Но мне посчастливилось стать его лучшим другом. Мы каждый день играли вместе. Привет, что делаешь, Эмиль? Я просто гуляю с моей собакой. А я тоже вышла погулять с котиком. Они гуляют вместе. Изабелла, привет, я пришла за тобой. О, кто этот мальчик? Мама, это мой самый лучший друг, его зовут Эмиль. Здравствуйте. Привет, Эмиль, вы так мило играете вдвоем, я хочу сделать фото вас двоих. О, да, сфотографируйте, давай, Изабелла. На счет три. 1, 2, 3. Чиз! Фото такое красивое. Какое приятное воспоминание. Спасибо, мам, что сфотографировала нас. К сожалению, больше сделать фото нельзя. В другой раз сфотографируем для тебя, Эмиль. Ну что, Изабелла, сегодня я пришла за тобой немного раньше, потому что мы собираемся на кастинг моделей. Мы подумали с папой, что можем дать тебе попробовать стать моделью. Изабелла, ты модель в 3 года. Эмиль, я еще не модель, мы только собираемся на кастинг. У тебя есть большой потенциал. Давай, Изабелла, пошли. Скрести пальцы за меня, Эмиль. Я верю, у тебя все получится. Я уже твой самый преданный поклонник. До свидания, Изабелла. До свидания, Эмиль. О нет, что же теперь будет? Если Изабелла уйдет, я останусь совсем один. Эй, Эмиль, маленький слабак. Изабеллы больше нет. Этому глупому чучелу место в грязи. Ха-ха-ха! Смотрите, плюшевая игрушка Эмиля обкакалась. Давай, начни плакать прямо сейчас. Да, плачь, плачь. Плачь, девчонка. Давайте поможем ему. Плачь, 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 плачь. Я спасу тебя от этих злых детей. Почему вы всегда меня обижаете? Потому что Изабелла хочет дружить с тобой, а не с нами. Но это не моя вина. Он никогда не должен играть с Изабеллой. Да, она наша подруга. Итак, это претендентки на конкурс моделей. Я хочу быть моделью, потому что мой папа говорит, что я самая красивая девочка на свете. Твой папа тебя обманывает. Следующее. Но, что это значит? Привет, меня зовут Клавдия, и я хочу быть топ-моделью. С этими большими очками тебе не быть моделью, максимум выступать клоуном в зоопарке. Почему вы так жестоки со мной? Не трать наше время, ты уродливая и пришла на конкурс моделей. Я хочу к мамочке, мама! Жасмин, милая, для чего ты меня позвала? Уродливые тролли в качестве моделей? Я на самом деле нашла ее довольно милой, но есть еще. Ладно, дети, готовьтесь. Я вызываю строго по списку. Один человек немного задерживается. Мне не нужно готовиться. Я здесь самая красивая. Эй, ты, как тебя зовут? Мое имя Сюзанна. Глупое имя. Тебя точно не выберут. У моделей должно быть красивое имя. Например, как у меня, Аманда. А ты чудовище Сюзанна. Не обзывайся. Таракан Сюзанна. Я не таракан. Одним меньше. Я думаю, это кастинг. Изабелла, мы немного опоздали, но Жасмин сказала, нас подождут. Сейчас я ее найду, а ты постой тут. Хорошо, мамочка. Откуда ты знаешь кастинг-директора? Мои родители познакомили Жасмин, когда я была ребенком, и она подарила маме визитку. Сказала, что я могу стать лучшей топ-моделью. Вау, ты такая классная! Красавица!
невероятное. Тебя обязательно выберут. Ты самая красивая здесь. Как тебя зовут? Большое спасибо, девочки. Вы тоже очень классные. Меня зовут Изабелла. А как вас? Меня зовут Аманда. И я здесь самая красивая. И топ-моделью выберут меня. И даже не смей спорить. Я желаю тебе удачи. Надеюсь, у тебя все получится. Мне не нужна удача. У меня есть красивое лицо. И я буду топ-моделью. Изабелла в 1000 раз красивее, чем Аманда. Да, а ты выглядишь как метла. Неправда. Аманда тоже очень красивая. О, Изабелла, твоя мама сказала, что ты пришла. Пошли. Вы, наверное, имели в виду Аманда. Я Аманда, да. Мы вызываем по списку. И ты идешь после Изабеллы. Но я пришла самая первая, а вы принимаете других. Изабелла и вовсе опоздала. Такие правила. Мне все равно, я могу подождать. Пусть Аманда идет первая. Ох, какая добрая Изабелла. Это совершенно несправедливо. Я жду уже час. А, да, она права. Я же сказала, сначала идет Изабелла. Ох, ну, если это так важно, тогда большое спасибо. Уродливая Изабелла с ее дурацкими волосами. Вот следующий кандидат. Ее имя Изабелла. Привет, меня зовут Изабелла, и мне 3 года. Я хочу быть моделью, потому что я хочу помогать бедным людям. Вау, ты такая красивая, Изабелла! Камера тебя любит. Идеально, ты хочешь помогать людям, ты великолепная. Мы заработаем с ней миллионы. Быть моделью – работа твоей мечты? На самом деле я хочу быть ученым. Ученый? Идеальная работа. Спасибо, мам. Но она должна попробовать быть моделью. Может, попробуем через несколько лет, если сейчас нет желания. Прошу, не уходите. Камера действительно ее любит. Все девушки мечтают быть моделью. Это правда. Быть моделью хочет каждая. Подпишите контракт. Но мы должны еще подумать. Я имею в виду, надо посоветоваться с мужем, все обсудить и взвесить. Посмотрите пока на других детей. Верно. Есть еще одна красивая девочка. Аманда. Она тоже сильная кандидатка. Аманда, иди сюда. Она хочет быть топ-моделью. Давайте я представлю ее. Я прождала уже час. Ну чё, спрашивайте. О, очень грубо. Ну что ж, расскажи о себе. Я хочу быть моделью, чтобы помогать бедным людям. Звучит красиво, но то же самое сказала Изабелла. Ты действительно так думаешь или просто повторила за ней? Нет, я не повторяла. Я действительно так думаю. Мне кажется, она врет. Мы ищем индивидуальность, так что вы нам не подходите. А вы замечательная, Изабелла. Подумайте. Ненавижу Изабеллу. Она испортила мне жизнь. Я мечтала стать топ-моделью. Будет знать, как иметь дело со мной. Поставьте, пожалуйста, лайк, если хотите узнать продолжение истории. И напишите в комментариях, подписывать ли мне контракт.